Вы почему так себя ведете? Алла Викторовна, готов вас принять. Давайте, я сяду. Вы предложили, я сяду. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, извините, но вот вы сейчас устроили, нет, устроили цирк, вот кто на вопросы будет отвечать? Покричать мы всегда можем. Вот кто сейчас на вопросы будет нам отвечать? Вот дайте вы, вы будете спрашивать и не отвечать на вопросы. Мы сами затягиваем время. Это я устанавливаю, не права, не предательство. Вот кому действительно, всем, кто не знает, не права, слушай.